Здравствуйте, в эфире новости на телеканале 77 ТВ, студия Адана Самат. В начале выпуска коротко о главном. Аким области Бердыбек Сапарбаев встретился с талантливой молодежью региона. На встречу в Майскую рощу специально приехали 98 школьников, которые стали победителями международных республиканских олимпиад и научных соревнований. Последние годы критическая ситуация в Курдайском районе с поливной водой периодически дает о себе знать. Как решают эту проблему местные сельхозтоваропроизводители? Жители района военторга жалуются на бездорожье. Просьба к местным властям в оказании помощи так и осталась без ответа. Аким области Бердыбек Сапарбаев встретился с талантливой молодежью региона. На встречу в Майскую рощу специально приехали 98 школьников, которые стали победителями международных республиканских олимпиад и научных соревнований. Подробнее в материале. В 2020-2021 учебном году из 153 учащихся, принявших участие в международных, республиканских олимпиадах и научных соревнованиях, 98 стали победителями и награждены золотыми, серебряными, бронзовыми медалями, дипломами первой, второй, третьей степени. Из них 22 – обладателя золотых, 33 – серебряных, 52 – бронзовых медалей. Также в этом учебном году 16 842 учащихся стали победителями на различных интеллектуальных играх и предметных олимпиадах, научных соревнованиях. Кроме того, 22 ученика, принявшие участие и ставшие победителями олимпиады Айканат, получили возможность обучаться в новой школе Айканат Казах English Hitch School в Боровом. Глава региона, в свою очередь, с неподдельным вниманием отвечал на вопросы учащихся и пожелал школьникам дальнейших успехов и побед. Собрались самые образованные, талантливые, мыслящие выпускники. Мы гордимся вами. Мы вносим значительный вклад в развитие Казахстана. В прошлом году, если считать международные республиканские олимпиады, то по Казахстану мы занимаем 3-е место. Это большая гордость. В программе национального уровня медали «Эльбасы», направленной на всестороннее развитие молодого поколения, приняли участие более 400 учащихся области. Из них 128 учащихся были награждены бронзовыми медалями. В течение 6 месяцев они выполняли задания по 7 направлениям, совершенствовали свои знания и умения. На республиканском этапе предметной олимпиады призовые места заняли 35 учащихся. Из них 8 золотых, 12 серебряных и 15 бронзовых медалей. Стоит отметить, что по итогам республиканской предметной олимпиады и научных соревнований команда области 12-й год подряд завоевывает первые командные места и звание «Лучшая команда». Я сам в этом году занял 3-е место на президентской олимпиаде, 2-е место на республиканском этапе конкурса научных проектов. Я лично занял 3-е место в конкурсе научных проектов имени Жолдасбекова. Я сам с учителем готовился в школе. Мы много работали с учителем математики. Моя главная цель – занять самые высокие места. В завершении встречи, которая прошла в свободном формате, аким области вручил благодарственные письма, сертификат на 100 тысяч тенге и почетную грамоту 20 учителям, подготовившим учащихся победителей. Кроме того, глава региона пожелал всем, кто защищал честь региона, крепкого здоровья и успехов. Кулюш Умурзакова, Салбек Жолшыбек, 77 News.